Николас Уайлд, вы арестованы. За что? Зайку обидел. Налоги не платите. Так, $200 в день, 365 дней в году, с 12 лет, то есть еще помножить на 20, значит, получается 1 460 000, верно? Нет, мы кролики, конечно, глупые, но умножаем неплохо, но не суть. Вот я тут смотрю, за указанный период вы уплатили 0. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах карается 5 годами тюрьмы. Если тебе на слово поверит суд. $200 в день. 65 дней в году, 12 лет. Так что суд поверит нам обоим. Поможешь мне найти Выдрингтона? Так и быть, отдам тебе эту ручку. Не то будешь продавать свое эскимо на палочке не на улице, а в тюрьме. Прости, схитрила чутка.